Привет, это Текма. Лига чемпионов против ФК Заря. Ака Эрвеме. Так. Так, ну что, капитан? Так, у меня капитан Нигматуллин. Начинаем. Руслан. Так, пусть Заря выбирает Эрвеме. Так, у него красная. У меня, значит, будет голубая баталия. Так, давай. Вот такая, наверное, хуйня. Ну что, Лига Чемпионов, блядь, пришла. Оп! Оп! О, бля! Хуя, оп! Сука. Бля, мой долбоёб случайно. Бля. Да ёбаный ты, мой дурак, бля. А, бля! Руслан. Нету до Руслана. Выход к воротам. Ах ты, бля. Есть. Первый пошел мячик. Бля. Ах ты. Руслан. Бедный Руслан мигает аж, блядь, от волнения. О. Так, это аут. Да! Сука. Далековато было. Блять. Да с... Да... Руслан и... Зу... Игрок бежал на помощь. Чипундали спешат на помощь, бля. Да? Да, Заря, бля, как 2014 нахуярит. Руслан успел ножкой своей кривой, татарской. Да? Передача и... Да блять, ну... Что ты будешь делать, а? Сука. Передача и... Бля, мои совсем охуели уже, ёпта. Мои играть не хотят, гандоны, бля. Подец и... С ними проводить профилактическую беседу, бля. По трибунном помещении. Все-таки...
Беседа имеет свои плоды. Я второй гол забиваю. На дисциплину у моих игроков не хватает силы. Потому что они пьянствуют постоянно, бля. Блять, ну и перевод у меня на. Бля, вы. А! Бля. Разъебочка. Блять. Оп. Выход к воротам. Дриблинг. Блять. Зорюшка Зоря. 2014. Год как. В Техмо. Да. Сука. Оп, передача. Я Руслан, у него тоже спасибо. Бля, ну тут. Удар с центра поля. Да. Бля, вот почему? Да, пиздец. Выход к воротам и дриблинг. Пиздец, он стоял, сука, блядь. Так, ну. Пиздец. Зоря. Выход. Блять, и никого нет. Бля. Да, потные игры, конечно, Зорей, блядь. Кое-как. Яйца потихонечку. Пытаюсь облизать. Так, первая игра 1-3 в пользу Аязыча. Так, ну чё, перехост? Руслан так и пусть стоит, бля. О! Ты сучка! Как было в 2014-м, так и... Оп, передача. А как? Блядь. Есть. Подача и удар. 1-0. Блять, а чё он за экраном делал? Сука. Такой простой гол пропустил. Ну давай. Бля, у нее игрок был ближе, но... Так как это Текмо, блядь. Ах ты, блядь. Оп.
Как там, блядь? Та-та-та-та-та, как в 91-м. Удар! Бля. А ты чё упал-то, ёпта? Тебе кто, блядь, разрешал? Блять, вот еблан, а, сука. Куда он там? Оп, Руслан. О, охуенно пас сработал на моего игрока. Он прям... Мой прямо игрок, блядь, пас нихуя не увидел, побежал дальше. 2-1. Бля. Так, выход к воротам. Блядь, я никуда-то не в ту сторону ёбнул, блядь. Хотел в уголок. Но получилось, блядь. Да. Что-то какие-то, блядь, у меня фуфлыжные голы все-таки, блядь. Первый тайм 3-1, да? Да сука! О! Лол. Блять, и у него тоже ослы, и у меня ослы, блять. Чьи ослы, блять, будут крепче, блять. Руслан все-таки смог дотянуться кончиками своего пальца. Так, мой аут, да? А? Ну ты не идиот, блядь. Мой клитор. Есть! Так, все, убежал. Блять, не... Не в ту сторону. Да. Так. Браток, ты будешь отнимать мяч? Блять, а вратарь... Блять, к воротам. Удар! Блять, чё там? Ладно, похуй. Сука. Понятно. Бля, ну это... Бля, тут в защите надо играть мне построже, мне кажется, блядь. Ой, бля. Да это что за... Оп. Ты... Передача на фланг. Да, для Текма хоть опыт и есть, но все равно у меня
больше на защиту игра получается, блядь. Атаковать не всегда. Руслан. Блять. Выход. Успел. Так, 5-1. Так. Ладно. Так, ну что там? Да. Так, ну что, это была Лига Чемпионов. Это была Лига Чемпионов против Зари АК РВМ. До свидания и удачи.